подписчики и зрители канала, с вами Дарт. Сегодня мы смотрим скины Ютараптора. Значит, Ютараптор тут вообще мне очень нравится. Сразу вспоминаешь фильм «Парк юрского периода». Здесь они просто один в один выполнены, как в фильме. Вот. Ну, здесь окраска у него не как в фильме, конечно, больше полосок всяких. Там их не было. Второй так и нет. Кусает, прыгает. Офигеть, у него прыжок затяжной. Мне нравится. Так, что еще? Присесть, такой охотник, такой тереть. Но они очень подвижные, такие засранцы, я бы сказал. Ну да, прям движение, прям как из этого. Из фильма. О, вот по сравнению с человеком я какой. А этот что за сопля? Это маленький велоцираптор. Не, ну офигеть, прыжок у него затяжной уже. Пипец. 3 секунды летел. А, хрен ты меня поймаешь. Чё, хочешь поймать меня, да? Да вот у тебя не получится. Не, ну это прикольно, мне нравится. Ютараптор. Только меня не убивай, пожалуйста. У меня, кстати, пятки красные, видите? Кто последний такой? Странно, но я приземлился только потом. Ну, в смысле, там нет, секунда прошла, наверное, еще. Так, ну что ж, посмотрим, какой там еще у нас есть скин. Здесь сразу посмотрим, чтобы вы, если что, не пропустили. Все, вот он вот такой будет. А, нет, там просто не подгрузилось. Что-то газар, ну вы посмотрите на это офигеть. Меня всегда он впечатляет. Всегда впечатлял. Сейчас еще нашли, насколько я знаю, еще есть. Еще есть гораздо крупнее шинтунгозавра. Троядное животное. Я не помню, как называется, но он метров 18. Ну да, где-то 18-19 метров в длину. А в шинтунгозавре где-то 16. То есть вот считайте. За что? Вот зачем ты это сделал, а? Вот зачем? Придурки, два придурка. Не дают нормально посмотреть ничего. Что-то переписывается еще. Не, ну Ютараптор классный, мне понравилось. Если вот играть группой, то я бы, наверное, выбрал Ютараптор. То есть, если бы мне кто-то предложил поиграть. Ну вот скин такой, знаете, мне игуану напоминает. Ну вот если сравнить, допустим, с Раптором из фильма «Мир юрского периода», то он не похож. Там они немного по-другому выглядели, да. То есть там добавили гены других рептилий. У каждого Раптора своя рептилия. Поэтому они были не похожи. В первом фильме как-то так выглядит. Так вот это что за сопля тут бегает, интересно? Кто это был вообще? Так, ну вот такой скин. Сейчас нужно, наверное... Офигеть, я могу лететь и кусать.
Да, иди. Промазал. Бейте же меня уже кто-нибудь, а. Спасибо, братан. Просто тут так гораздо быстрее, чем ждать респауна. Так. Третий скин. Вот здесь он... А, нет, подгрузился. Прикольный. Чё-то мне сразу вспомнился Динокризис. Хотя там рапторы не так были окрашены. Почему-то мне он вспомнился. Бегает он забавно, конечно. А, не поймаешь, иди нафиг. Тю-дю. Тю-дю. Все, отвали. Дай посмотреть скин. Да, тут светло. Просто мне еще по шарам солнце светит. И я здесь, поэтому мне кажется, темно. Ну это я не проигрываю, это я в данный момент говорю, когда записываю видео, солнце глаза светит. Вроде шторы закрыл, но все равно что-то светит. Это мне очень. Ну тут всякие полосочки разных цветов, в основном оттенки зеленого, но это желтый есть. Ну, глазики красные. Я такой, хоп-па! Он меня атаковать хочет. Это кто такой бежит? Здравствуйте. А я тебя поймаю. Ох, поймаю, ох, поймаю. Нифига себе. И меня еще убили. Меня-то за что? Четвертый по счету скин из 8. О, какой-то тигровый. Ну вот здесь уже напоминает, ну, более-менее фильм «Парк юрского периода. Затерянный мир». Там был такой раптор. Отвали! Вот сволочь, а! Сволочуга. Лучше так посмотреть, тут просто такие полоски, как у тигра есть такой. Ну там примерно такой же был, но полоску. Ну, немного другой, конечно, но похоже. Так, а это что у нас? То же самое, только другой окрас серый. Отвалите! О, портозавр. Ты что, решил оборону занять? Слушай, я могу на него запрыгнуть? Нет. Я из-за тебя ногу сломал, идиот-то. Специально к нему шел ради этого, но просто интересно, почему они с одного укуса меня убивают? Что за оверкил у них такой? Так, ну вот это уже интересненько, что такое вот у нас тут. Вау, вот этот тигровый, тот был какой-то не тигровый, вот этот прям похож. Вот этот прям похож.
Малка ему только не хватает. Что это за зауропод такой, мне интересно? Большим братом зыркают на меня. Это гигантозавры, да? Я, конечно, хотел поудобнее лечь. Как-то так. Вот они лапы под себя поджимают, да? Они у меня настолько большие, что я их вперед вот так кладу. Вроде он медленно бежит, да, но при этом скорость, ну, то есть лапа. Ты чё, лозавр? Вот опять одного удар убил. Как? Альбиносик у нас. Вот как он в воздухе убивает, я хотел через него перепрыгнуть. Вот козел. Ребятам пришел. Последний скин посмотреть. Интересно, я смогу перепрыгнуть через шантунгозавра. Хопа! Нет, я его задеваю задними ногами. Это тоже труп? Смотрите, как они померли, прикольно. А, он жив. Отлично.
скин на сегодня, ну и в общем, который пока в игре доступен. Какой-то такой простенький, да? Леопард. Да успокойся, никто тебя атаковать не собирается. Не, ну тиранозавр смотрится, конечно, забавно. Колебал этих ребят. Они хотя бы не агрессивные. Как? Сволочь. Так, ладно, будем заканчивать. Почти. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего. Тут кто-то яйца потерял. До скорых встреч и... Всем пока!